В центральном районе Твери расширяется платная парковка. Решение связано с тем, что надо повысить пропускную способность уличной дорожной сети, упорядочить парковку на наиболее востребованных участках. Согласно постановлению о расширении зоны платной парковки в центральной части столицы Верхневолжья, все новые участки улиц добавлены в зону под номером 100. Расширение затронет зону 100 и будет распространяться на улично-дорожную сеть от торгового центра «Парадиз» до дома номер 2 по проспекту Чайковского, улицу Лидии Базановой от улицы Трехсвятская до улицы Андрея Дементьева, улицу Андрея Дементьева от улицы Лидии Базановой до улицы Жигарева. Также будет введена платная парковка на участке улицы Желябова от Студенческого переулка до улицы Андрея Дементьева. Напомним, платные парковки начали действовать в Твери с 2015 года. В первую очередь они были оборудованы на бульваре Радищева, улицах Трехсвятской, Желябова, Новоторской и так далее. Целью реализации проекта была разгрузка центральной части города от хаотично паркующихся машин. Автовладельцы, проживающие в домах, расположенных в пределах платных парковок, получат право приобретения резидентского абонемента, стоимость которого составляет 2000 рублей в год. Также можно приобрести абонемент на полгода, 3 месяца и месяц. Соответственно, иные условия пользования платным парковочным пространством не меняются, то есть остаются все льготы. Стоимость одного часа парковки составляет 30 рублей за час. Штраф за неоплаченную парковку в соответствии с 46-м законом Тверской области об административных правонарушениях составляет 1000 рублей. Плата за парковку на новых территориях будет взиматься с 1 апреля 2023 года. Подробную информацию можно будет получить на сайте платного парковочного пространства «Тверь-паркинг.ком» или по телефону 33 12 41.